ТСС на бист мода. Так, Тиму танчит уничтожатор, свет конус. Протопал Сэдли. Вторая пати, делаем макросы на него, напуливаем трэш на него. Так, первая пати, лимошка, ты остаешься во тьме дамажить. Сейчас скажу, как подланим чё. Сейчас волшебная придет. Я по команде говорю, кому что заливать. Так, давайте по бафам. Протопал щиты, калка кресты. Лимошка, раздавай каски, ретри кулаки. Не прокатило. Пожалуйста, в кучу все. Сложно бафать две группы, друзья мои. Не понимаю, что ты говоришь. Что? Все вот, сами рассосались, да, на некоторых не достаю просто. Встаньте в кучу, что ли? Напишите РК, на кого вы ролите, на какой спек. Давайте подланим, волшебная, ты кидаешь первую подлань, ретри вторую. Распределяйте там ауры, чтобы была аура на броню, у нас есть сосредоточение на ауру от тьмы для мастера аур. Давайте фулл баф по рейду, все здесь. Кушайте рыбу. Лимошка, бей правосудие мудрости. Я ему бью. Другим? Другие бьют. Логично же. Каску побафают. Каску, лимошка, ретри, кулак, калк, крест, седлип, щит. Кулаки по блин. Каску поприступайте, пожалуйста. Давай, на второй фазе залёшь Иннер Дарк Старс, а на третьей Анка будешь заливать. Бист мод то же самое. Чек на пул. Так, все готовы, заходим за линию. Уничтожатор начинай. Раньше танка не пуляем. Стоим в квадрате всегда. Так, Тиму диспелит Void, свет Applebox, стали в квадрат, отошли от босса, сейчас будет метеор, бежим потом, побежали, смотрю внимательно, где раздевается лужа, да, четвертая пати, остается добивать големов, левый насибнет. Собирай весь трэш, подводи под мелизону, чтобы мы его клевали. Сейчас пропадет лужа, отойдем от фрейма босса, встанем в квадрат. Ройлд кричи на хп, Альпич, метка, отошли от босса, сейчас метеор будет. Отошли от босса, шаман, что ты делаешь под боссом? Смотрим лужи. Сейчас повешу метку, кружочек, будете его потом сливать. Конус метка. Кралька подымает Даркстарса быстро. Играйте в босса. Далее сразу баф и иннера залейте Даркстарсу. Сэдли захильте. Дыхание в рейд пошло. Хорош. Бафайте шамана, БДК заходи. Зашли, рейд четвертой пати, оставайтесь добивать голема. Иннеры Даркстарсу. Кралька, метка, смотрим. Начинается лезвие, становимся в квадрат.
Лезвие заканчивается. Четвертая пати, вы добили голема? Можем заходить. Да. Заходи. Встали в квадрат. Сейчас будет лезвие одновременно с меткой. Смотрим внимательно. Встали в квадрат. Лимошка, ты тут? Да. Сейчас выноси метку. Мне показывает, что ты просто вообще не бьешь. Или анимация такая кривая. Так я говорю, я забыл спекнуться в ретрика. Спекался и пульнули. Мне это уже не нравится. Брод, выноси метку. 54%. Кралька, выноси метку. Может, мы Кови-то во тьме останемся, то ДПС не хватит. На Кови, оставайся во тьме. Все остальные выходим в свет. Апл, подымай, Калка. Подымай, Калка, быстрее. Apple Box. Скалк, вставай. Частицу на БДК. Пробафайте, холипала. Давайте рост цвету. Алексеич, выноси метку. Apple Box Dispel. Встали в квадрат. Так, метеор, побежали. Альпич, помогай мне бить взрывом разума. Смотрим сейчас внимательно за лужами. Али опять в квадрат. РДД сыграем сейчас голема большого. Фердинат, выноси метку. Во тьме дали рост. РДД большого голема, мелики, мелкий трэш. Мало слава, пой. Не, падаем. Кал, как ты умер? Не двигайся перед появлением Халиона. Он, короче, стоял, не знаю, почему-то под хвостом его и бегал просто там. Он появился и сразу умер. Калк, ты видел, как начать, пожалуйста? Там, кстати, протопал сказал. Я хотел ему сказать, но что-то уже поздно было. Что завис? Калк, Халион нагрится на третьей фазе на движение. То есть ты начинаешь двигаться, он тебя сразу убивает, если ты под ним стоишь. Наверное, не слышит. Да я написал уже, видел. Так. Кал помню. На первой фазе кидает тоже на конуса частицу. Потому что остальные хилы не всегда могут достать до меня. Что-то херово было, сразу этот кот умер. Вам слон есть, кстати говоря. Так, минус 2 БР, минус СС. Фердинанд, ты потратил СС? Да, давал СС. Все. Мне СС не дали коту. Без мода тебе был СС. А тебе должны давать его? А я сказал, сказал, что вы мне дали. Но мне его не дали, я не знаю почему. А ты не врывайся, трэш. Не умирай от трэша. Когда СС на первой фазе даете? На третий. А, Фердинанд, ты на первый дал СС? Да, в начале. Она исчезает, СС исчезает, когда ты заходишь на вторую фазу. Я, кстати, забыл, сорян. Чек на пол, давайте с этого драя ГП. Каску, каску по друидам. Бафу, бафу. Каску по всем. Будет, я ману пил. Шиманом каску тоже дай. И локом, пожалуйста, каску. Все готовы, заходим за линию. Уничтожатор, начинай.
Танка метка. Встали в квадрат. Побежали. Смотрим, вы уже в рейде. Встали опять в квадрат. Отметки походу. А вот метка волшебная, выноси метку. Отошли от прямого босса, сейчас метеор будет. Отошли. Побежали. Смотрим лужи. Плохо, лужи, давайте в квадрат отошли. От мелизоны отошли. Бейте всех Алиона. Аплбокс, выноси метку. 2% еще слить надо. Подожди, не заходи во тьму, подожди, пока лужа пройдет возле портала. Все, прожимайся, БДК прожимается. Рейд заходим, штартопати остается. Стали в квадрат, бейте босса. Стали в звездочку, сейчас будет лезвие. Аплбокс, метка. Можно заходить? Да, заходи. Да. Выходите, становимся в квадрат, сейчас будет опять лезвие с меткой, смотрим. Так, Аплбокс, Иннер Даркстарсу. Бестмод, Иннер Анка. Ксана, метка выноси. Не под лезвие. Дарк Старс отдал. Надо по команде заливать. ТГП. Ты сам говорил, сначала Дарк Старс, а потом Анка на третьей фазе. Да я не тебе про ГП, Матвей, выноси метку. Ксана сдохла. Сейчас лезвие, после лезвия меткой будет переход на третью фазу. Калк, не двигайся в свету, ты слышишь? Дай свет небес, чтобы был баф каста. Вот хил метка. 50%, все, выходим. Далее в квадрат. Бестмот, и справа от тебя лежит Оксана, подымай. Сейчас как станет Оксана, Анка, даешь рост. А, Оксана, встаешь или нет? Давайте рост. Играйте в босса. Ферденант назад метку. Аплбокс диспель. Альпич, помогай взрывом разума бить. Побежали метеор. Давайте так. Во тьме дали рост. Маги МК обновили. Немножко метка. РДД, играйте большого голема. Бестрот, выноси метку. Большого голема сыграли все. Чё ты в шарах-то делаешь, ёбаный стыд? Бежал вроде. Самогон, метка. Волшебное место лимошки, давай длань. Бестмот, выноси метку. Сыграли в мелкий трэш, помогли мелкий трэш злить, встали в квадрат. Так, и два слакера, блин. Встали в квадрат. Бежали метеор. Так, стопаем свету, бьем только трэш, отошли в квадрат. Сечь, выноси метку. Все, сыграли большого голема РДД. Захиливаете конуса Алексеевича. Протопало. Конус Алексеевича. Большой у танка. Что? Отдавайте на РРШа. Нету метки. Отдавай. Нету на тебе метки. Посмотри на дебаф. Выноси метку. Сыграйте бы в это, в мелкий трэш, помогите долить РДД, потом босса. Так, побежали метеор, тьма, стопайте дамаг.
Тьма, не бейте пока 5 секунд. Самогон, выноси метку, смотрим лужи. РТД, собрать большого голема, в идеале, выноси метку. Маги, присты, дотайте халиона в свету. Играйте большого голема. Свет, тьма, не бейте пока. Не бейте, тьма. Садли, давай сакру. Все, тьма, бейте. Свет, бейте халиона. Макри, выноси метку. Встали в квадрат сейчас. Побежали метеор. Без тьмы ты на ранка, если не заливал. Залил. Кралька, выноси метку. Свет, стопайте по боссу, играйте только в трэш. Алексеич, выноси метку. РДД, сыграли в большого голема, давайте. Тима, прожмитесь. Свет, не бейте халиона, 30% свету. Анка, ставь тотем, перейди в Амане и по-югим. Я уже ставила. Седли, выноси метку. Сейчас одну упал. Падаем. У меня есть БР один. Не надо никого БРить. Так. Да, там я не добежал. Ты точно 5 РС проносишь? Или сколько ты там проносишь с Валянси? Не говоришь, да? Я на РД. Я вот на РД одну убить не могу. Ты на Ленси 5 убиваешь. 5, не 5, а 3 точно. Ну смотри, наслакал я, конечно, что этим жариком назовите. Что-то, блядь, затупил, если честно. Ты лимошка, да? Лимошка, да? Да-да-да, сори, я что-то вроде я пробежал в шаре. Такой, вот там на видео есть, ты как будто паладином просто встал и стал в небо смотреть, понимаешь? Это было вообще смешно. Ты пиздец, согласен полностью. Лимошка, ты с какой гильдии пришел сюда? Ни с какой, у меня своя. А, прям своя-своя? Ты типа своя, как... Своейшая. Анка, Саша, ставь пока команде ТТМ, просто буду петь гимн. Я буду смотреть на твою ману и петь гимн. Инер по команде отдавать тоже, да? Да. Ок. Нерстас готов? Кулак дайте под рулем. Нету бафов, ни МП5, ни каски, ничего нет. Кулак с бафой. Раз можно уточнить, Freedom дает первый волшебно, а второй ретрия, правильно? Да. Волшебный готов. Рыбу что, никто не поставил? Да вон доедаем уже. Кал, как ты регенишь МП во время боя? У тебя должно быть фулл мана на третью фазу. Уже надо дать три святых клятв до третьей фазы. Все, я понял тебя. Все готовы, заходите за линию. Уничтожатор, начинай. Лимошка, встань в квадрат. Отошли от фрейма, встали в квадрат. Убежали метеор. Шедемор, метка. Милики в квадрат отошли. Самогон, немножко. Фердинанд, метка.
Отбежали метеор. Вары, крикните на хп. Крикну. Стали в квадрат. Вы уже в рейде. Кралька, подними калка. Апл, выноси метку. Апл, без эмоций. Инер и калку сейчас. Кралька тоже. Дали баф по липалу. Захиливай БДК. Так, вторая фаза. Уничтожатор, прожмись. Зашел, рейд заходим. Стали в квадрат. Алексей, шпанка назад. Падать? Что там случилось? Заходим в лужу. Мелких не добили. Зашли во тьму, они на меня пришли. Выросли, пошли, убили Хапала. Там что-то осталось. Бля, ладно. Если вопросы есть еще, задавай, я с удовольствием побеседую с тобой. А зачем протопал тогда во тьму заходил, если мелкие не убиты были? Да протопал там был, не видно, отвлекся. А, в небо, как лимошка. Как лимошка. Что ты сэдлил? Я в свету всегда вот сейчас написал, как трэш танчился тогда. А как сэдли тогда с тем мобов, ну, как они сорвались тогда на танк? Хило. Может, васап их-то утил? Нет, там сначала мелкие ушли к большому, выросли, а потом пошли и убили хулипала. Ну, я сам вообще не понял, как это произошло, вообще, что это было, но... Как, слушай, ты когда хилишь, отбегай подальше от Рэша. В следующий раз я тебе кину гипа за это. Хочу опять ШП быть и добивать Гелема, а то скучно как-то. Ставь мамаку еще раз, пожалуйста, я куплю Реген на бафы. Алексеич, это кто? Это Кор? Столько интересного не пускаю. А чё вчера не добили РС-ку? Какие же проблемы? То же самое, свет падал постоянно. Потому что танка, я так понимаю, да, они там не могли захилить? Видно. Вот там не только это, но из-за этого тоже. Давай, Алпича, во тьму меня в свет более пустом. Классно. Черный пул. Чуть плохая идея, Слава. Охуенная идея. Как ты будешь двух танков убить? Так, уничтожатор готов. Лера тут. Все готовы. Давай, уничтожатор на позицию. Сейчас, подождите пару секунд. Так, наушники. Нет, меня слышно? Да. Все, начинаем уничтожатор. Метка. Маковей, выноси. Отошли от фрейма. Маль, кричите на хп. Бежали метеор. Так, бестмод, выноси метку. Мелики встали в квадрат.
Ретри метка. Метеор побежали. На ретри, скорее всего. Смотрим лужи. Хили подальше отходим. Так, Фердинанд, выноси метку. Трэш, помогайте добить. Сейчас переходка будет. Трэш бьем. Уничтожатор, прожмись. Все, заходи. Рейд зашли. Трэш убит. Встали в квадрат во тьме. Так, тут слева вынесли лужу. Справа. Право выносите метку сейчас. Там, где хвост кралька, метка. Так, Applebox, Beastmode, Inner Darkstars заливаем. Смотрим, лезвие встали в квадрат. Лезвие сейчас... Так, закончились, в четвертой пати заходим. Нет. Давайте, 9 секунд еще есть до лезвий. 5, 4, 3... Два. Сейчас лезвия будут, не заходите уже. Не заходите. Так, Маковей, метка, смотри внимательно вместе с лезвиями. Заходите. Альпич повис. Вылетел он. Ретри, метка. Альпич, все, не заходи, жди третьей фазы, встань там в калка, холи пала. 54% лезвия. Альпич, на другую сторону перебеги быстро. Или стой, не двигайся. Сейчас прогружаюсь еще. 2% до перехода. Не двигайся уже, ну куда ты? Стой, не двигайся. Появится, потом перебежишь. Все, сейчас будет переход, посмотрим. Так, все, выходим в свет. Так, встали в квадрат. Встали в квадрат. Анка, давай рост. Дима, не достаю. Анка, давай рост. Анка, в свет, рост. Встали в квадрат. СС раздали. В идеале накалка, Фердинанд на бестмода. Applebox метка. Чего нельзя было вынести назад просто? Так, метеор побежали. Во тьме дали рост. РДД, играем большого голема. Смотрим лужи. Лужи в рейде. Стали в квадрат. Бесмот, выноси метку. Во тьме дали рост. Свет бьем большого голема. Мелкий трэш. РДД большого голема. Мелкий трэш. Ретри метка. Бесмот, подыми лень. БР не лень. Шедомор, выноси метку. РДД, помогите в трэш сыграть. Трэш, все в трэш, халёны пока не бьем. Метеор побежали. Побежали далеко, смотрим лужи, халёны свету не бьем, ждем трэш. РДД в большого голема сыграли. Мелкий трэш. Так, ставьте темп прилива, плюгим на ману. Друиды заливаем, анка инеры. Мелкий трэш сыграли, в идеале метка. Маковей, мелкий трэш. Все в мелкий трэш играем. Встали в квадрат, отошли от прямого босса. Побежали метеор. Слава на ману свой. Тьма, стопайте дамаг. Тьма, стопайте дамаг. Тьма, бейте дальше, Маковей, метка. РДД большого голема сыграли. Альпич погиб на ману. Волшебная метка. Добили большого голема, РДД помогли слить мелкий трэш. Все, РДД, бейте большого голема. О, блин, большого халиона. Играйте в халиона, 60%. Захиливайте ханта. Стали сейчас квадрат. Побежали метеор.
Так, смотрим лужи. Лужи в рейде. Отошли в квадрат. РДД в большого голема сыграли. Свет не бьем, холёно, только трэш. Добили большого голема, быстрее. Стали в этого, в певчего, в квадрат. Квадрат отошли. Метеор сейчас побежали. Смотрим. Так, Сэдли, давай каплю на конуса. Сэдли, давай каплю на конуса. Вуди Аллен, метку выноси. Последний трэш надо убить. Играйте большого голема, РДД. Одного. Давайте большого голема, потом мелкий трэш, потом его добиваем. Вестмот выноси метку, все в трэш сыграли. РДД, помогайте, трэш. Трэш быстрее, стука еще долеть, метеор побежали далеко. Все, добиваем Галеона. Молодцы вы. Ботинки на танка. Раз, два, три, надо кому-то? Конечно, нужно. На онлайн ролишь? Да, я писал, что на протус роли в РК. А вон ты специально, что ли? Все. Ты где он писал? Я не вижу, что он писал, что роль на прот пал. Сейчас я найду, секунду. Вот. Вот было. РДД чешка. Большое спасибо. Извините за флаг еще раз. Я постараюсь, чтобы этого не повторилось. Постарайся. Флаг, кольцо. Ретро, ты на холика ролишь? На офспек. Сейчас, Данигерл, дам тебе это. Чё, пошли в ЦЛК 25 гер? Пошли. Попробуем собрать.